Вода закипела. Наконец-то не прошло и года. Сейчас вот засыплю туда этой волшебной гречки. Вот так вот. И буду варить это минут 10. Что-то воды много, сейчас воды еще солью. Короче, доваривается уже эта каша. Я вот ее мешаю. Вода уже почти впиталась в эту, в гречку. Сейчас маленькую кастрюльку вот сюда вот налью молока. И молоко разогрею и залью потом. И будет супер каша. А, у меня же есть молоко. Я не буду новую открывать, я еще молока купил. На медленный огонь поставлю. И надо будет сидеть и охранять, чтобы молоко не убежало, да? У меня здесь происходит полный трэш. Вода выкипела в гречке. Молоко еще не собирается закипать. Что-то делать? Я залью молоко прямо сейчас так. И буду ждать, пока оно нагреется в гречке. Я голодный, как волк, есть хочу. Вот такая каша. Каша, каша, радость наша. Пока соль, сахар не буду добавлять, чуть позже добавлю, когда хотя бы какое-то движение молока начнется. Думаю, так лучше будет. Вот какая движуха пошла. Похоже на вулкан. Как будто это вулкан такой. Этот лава как будто извергается. Так, помешаю сейчас. Потихоньку, потихоньку. Огонь горит. Чтобы не подгорело. И сейчас хочу добавить немного соли и сахара. Так, на глаз. Так, сахара немного добавлю. Немного соли. Соль какую-то крупную купил. Надо было взять экстра такую тонкую. Так, нормально. Хватит. Как говорится, лучше не досолить, чем пересолить. Вот такая вот каша. Я так сильно хотел кушать. Нашел орешки, покушал орешки. Миндаль. Пускай поварится еще минут 10 примерно. Минут. Крышкой вот так вот накрою ее. И пусть постоит минут 5. А то я с голодом сейчас умру уже. Так бы минут 10 подержал бы, но я есть хочу. И брат еще не идет. Опаздывает. Короче, я устал ждать брата. Я уже сейчас с голоду умру, поэтому я, наверное, положу себе кашу и начну кушать ее.
Вкусный запах такой. Это как раз то, что я хотел приготовить. Сейчас попробую и скажу, как получилось. Подуем немножко, чтобы не обжечься. Круто. Именно об этом я мечтал. Всем приятного аппетита. Очень вкусная каша. Она еще, скорее всего, очень полезная, я думаю. Надо погуглить, посмотреть, насколько она полезная, гречневая каша с молоком.